начинаете вот эти танцы. Берешь один окурок, затапливаешь, а я вес дал, а потом вес дал. Значит, веса-то нет на деле. А вес он для чего? Там, для этого, для этого, для этого, для этого, для этого. А вес для чего? Я раз, хоп, я мурзанул даже человека. А если у тебя веса нет, ты не можешь мурзануть. Давай. Поэтому я фу, подгрузил, даже мог тебя перевернуть, обратил внимание. Чуть-чуть не пробил, да? Пробей еще. Оп, вот туда, еще чуть-чуть можно было, да? Да? Чуть-чуть Вадим бачок правый, левый. Вот туда. Нет, а ты же. Да. Видишь, нога жесткая? Да. Не туда, видишь? Давай медленно. Сейчас. Ой. Сейчас. Видишь? Они расслабься. О, удар был, да? А падать было туда. О, видел бок. Бедро. Понятно, да? Про. Фу! О, да, примерно. Да, только ниже сядь. Ага. То есть большой высоты ты. Слушай. Все равно где-то там. Да. Посмотри. Это просто. О, у меня нога попросилась. Да, да, вот видите, да. А ты лишь держишь наоборот силы, да, как бы. Понятно? Не туда ветру не писался. Понимаете?
есть отсюда и ну, полагам завтра поработать. То есть, а как ставить именно опоры? Давай. Ниже. А я не буду, да? А я вам вот просто. Не буду тебя. Я тебе не всегда не дал, мне интересно, да, Сократ? Поймал. Да, да. Да. То есть сразу можно поставить человек. Видишь, я поставил. Делай что. А я тебя не буду давать. Видишь? А тут убрал, да? Ну, ножки, да, шестковые? Ну, поняли, да, ребят? Значит, представь, что у тебя щит. Видно? То есть дистанция, ты так ассоциативно. Да? А я уже буду, не, 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 начинаете. А где удар? Вот. Вот. Только не туда. Опять, я же тебе говорю, куда? Бок. О, видишь, ноги так. Если бы ты врубил в пол, что бы, то сложился, руку разбил бы. Что об стенку так работает, вокруг разбил, да? Поэтому вот, какая разница, видно? Вот примерно, да, там тут еще чуть-чуть можно получить. Поэтому вот, взяли дистанцию, вот стоп, видно уже? Скользил уже. Да. Видно где? Они вот не где-то вот здесь. Ну, то есть бывает и так, но медленно даже. Стоп, видишь? Еще и кулак я не получил, но я его уже, значит, смотри, двигаемся так, что делать. А я, видишь, уже дотронулся. То есть видно, что получается. Понял? То есть поэтому вот мы стоим, чуть, ну, дергаемся. А значит, что ты зацепился за человека, да? Контакт. Контакт, да. Значит, что мне нужен контакт. Не будет контакта, будет сложно. Да? А чем я здесь дал где-то, да? Правильно, нет? То есть там, немножко, Вадим, помягче, помягче. А здесь контакт, дай ножку скрестить. Видишь, и тут хоп, видишь как? Где расслабился, где подпрыгнулся и подставил? Да, ты только меня, а я расслабил, только убрал. Давай, раз, слушай, фу, и все. Давай, еще раз. Раз, слушай, здесь дал, да? Чем открыто, тем раз, здесь, фу, да? То есть, и начинали, оп, здесь зацепили, здесь, опа. Не туда, видел туда? Жесткость не дает, да? Встаньте. Давай. Медленно. А раз. Видишь, ты мне спину покажешь? Зачем ты мне бей? Вот стоп. Все. Видно плоскость. Так и бей. А у тебя меняется. Ага. О, а изменить это кто? О, видишь, тело по-другому. И лук начало. А меняет кто эту плоскость? Я. Давай. А ты все и так стой. Опа. Это мои уже проблемы. Поняли? Еще бей. Слушай, а что, опять удара нет, по схеме работаешь, давай. А ты просто бей удар. Видишь, что? А ты как ты должен бить? О, а видишь, ты где удар? Фаза-то нет, ты с топором бей удар. Ой, а видишь, где удар? О!
бьешь, нет удара нормально, да? Медленно. То есть, смотри, раз, видишь, ты уже давишь на блок. Значит, делай так. То есть ты бух, видишь, что? Я не захочу тебя ударить, а я тебя тут ударю. Поэтому смотри, где удар? Видишь, опять нет удара, опять на грабли наступаешь. Так, еще. Видно, да? Давай. Видишь, опять, что? Опять сейчас синяк будет. Давай. С обрыва, видишь? Видишь, сейчас опять с обрыва тебе бьет. Понимаешь, что? Я же тебя бить не хочу, давай. А на раз. Во! А куда сила была? Давай, давай. А если она пошла? Видишь, не бьешь? Видишь? То есть запомните вещь. Если вас не, вы не бьете, вас будут бить. Когда человек бьет, то смотри, он не ударит. О, видишь, он, ну, может так было ударить. Но когда он как бы бьет, в процессе находится. Мне надо с ударом разобраться для начала. Давай, она раз. Видишь? Видишь, потому что человек не бьет, он останавливается. Что ж мне остается-то? Давай. Она раз. Опять. Нет, ты сам не бьет. Дар сделал. Просто удар. И все. Фаза. Видишь, есть удар? Медленно, не суетись, ты уже разломался, да, медленно. Вот раз делаю. Видишь, видишь, зачем ты даешь удар? Ты ж куда его вообще бьешь? Ну так бей туда. А я тебе, а видишь, ты уже меняешь сам. Куда ты начал? Туда и бей. Вот, не бью, ты вообще не понимаешь. Значит, смотри. Да. Раз человек жесткий, ну я не бью. Еще давай. А на раз жесткий, видишь, бью. Да. Значит, хочешь получать? Значит, что надо делать? Вот, пробивай, да, расслабься, пробивай. Видишь, ты опять расслабился. Ну, я тебе бью. Дальше. Медленно. На раз. Видишь, бей удар, зачем ты даешь? Ты же не понимаешь, что ты делаешь. Где удар? Бью, говорю, бей удар. Я не мешаю. Я говорю, тебя бью. Я не мешаю удар, понимаешь? Да. Ты сам себе мешаешь, ты сам не умеешь удар. Бей, бей. А на раз. Ты зачем ему руку даешь? Я понимаешь, я руку кидаю, я не мешаю этому удару. Бей. Бей свою. Во, во. Я давил на твою руку? Нет. Ну, давай. То есть она пошла, видишь, опять 25. Так нет? Бей. Она раз пошла. Видишь, опять давишь? Да. Получи. Фашист гранат. Иди сюда. Бей. Она раз. Видишь? Скорее. Ты надоела? Надоела. Да бей. Вот идет удар. Я, видишь, я не мешаю ему, а ты сам со мной борешься. Давай, бей удар. Вот, вот. Бил куда пошло? Или не видел? Ну так так, давай. Она раз. Понимаете, я хочу получить. Значит, не хочешь получать, давай, чтобы я получил. Вот, вот. Видишь, оказывается. Так? Так. То есть она раз. Вот чуть-чуть там. Чуть-чуть там сейчас тормозить. И не тормози. Движение пошло. Вот! Могу я тебя ударить? Ну, чисто пока. Технически нет. Ну вот, давай. Вот, движение. Вот. Давай, чуть. Значит, только остановился, получаешь. Значит, останавливаться надо? Никогда, никогда не. Да, значит, когда мы разбьем, смотрите, что. То есть
Там и смещение будет, да. Не просто, нам надо 100%, чтобы человек на задницу упал. Понимаете? Ты же вообще. Ты не говоришь, что тоже самое ноги на давай. Да. Хотя на раз. Вот то же самое. Да. Проблема, да? Да. А еще надо убрать, да. Это хорошо, врача. На раз ушла. Фу. То есть можно было подтянуться, да, вот так. Можно здесь, тут, да, там чушь. Но интересно в развитии что, да? Когда раз, вот, а мне интересно эту отдать, эту. И про, как бы не трогать, да, очень тонко. Давай. Но опять же, вот, все, смотри, я встал. Вот, вот. Видишь? Только таз, секрет-то что, в тазе. А я, мы здесь что стоим, давай? Мы заблокировали, что, ну давай. И вот сегодня получил там что-то, понимаете, давай. Значит, я раз. Понимаете, правильно стоять, и естественно, если мы будем правильно стоять, то мы будем и работать правильно. Да, знаю, правильно работать, да? Да? Тогда можно как бы и тактику со стратегией, да, я раз сместился, здесь где-то вошел, правильно? Понимаете? То есть двигаться, да, где-то. Анатолич, назад чуть-чуть. Давай. Я раз, ушел, здесь за спину зашел, понимаете? А если таз работает, здесь разблокирует, значит, как мы ходим, да, я раз двигаюсь, вижу угол, вот тут, там, вот просправляю, да? Оп. То есть вот и мы начинаем, да? Я раз ушел здесь, зашел, видишь, в открытую, ну нога прям. Болезнь, да, вот, потом. То есть я раз, фу. Нет, ты жди, ну что? Фу. Просто, Вадим, на таком коротком движении бить должен тебя. Оно резкое движение, короткое было. Тут пишу, то есть вот так. А здесь, о, и туда. Опять нога, видишь? Да, давай, давай. Поэтому если движение делаешь, то до конца. Вот, видишь? О, а я вижу, вижу как там, а я здесь. То есть, понимаете? Как бы такая работа учебная. Давай. Но она раз, видишь, я уже ушел. А здесь, давай, да? То есть, как если эта нога? Если бы я ее не работал, то так, сумка движение. А? Ее там пошла раз ноги, да, здесь.